Сейчас здесь, на звуковой странице кругозора, вы услышите голоса войны в самом буквальном смысле этого слова. Вы услышите старые записи, сделанные в разные годы войны, на разных фронтах, нашим товарищам по работе фронтовыми корреспондентами радио. Многое из этого утрачено, погибло. Многое нельзя было записать на тогдашнюю несовершенную технику. Но все-таки я лично с бесконечным волнением слушал то, что сейчас услышите вы. Голоса тех людей, звуки тех боев. Слушайте, товарищи, слушайте внимательно. Включаем войну. Мне маленько не повезло. Ранен я в ногу. Только что врач сделал мне операцию. Я скоро стану к прицелу. Перед этим боем я вступил в комсомол. А ты, мама, братишка Леша, работайте так, чтобы танки в цехах не застаивали. Они в бою нужны. Сегодня ночью я был в воздухе в 111 раз. Фашистские прожектора взяли нас в лучи, уж после того, как мы отбомбились. Командиру нашего самолета, майору Ломову, невозможно было вести машину. Свет ослеплял его. Он кричит мне: «Ну-ка, Фролов, успокой их!» А сам наклонил машину. Я дал пару очередей по прожекторам. Один из них погас сразу же. Для другого понадобилась еще одна очередь. В нашей кабине сразу стало темно, и мы пошли своим курсом. Мы, гвардейцы 1-й гвардейской танковой бригады. Мы, гвардейцы 1-й гвардейской танковой бригады. Приносим торжественную гвардейскую клятву. Приносим торжественную гвардейскую клятву. Дух великого Ленина осеняет наш путь. Дух великого Ленина осеняет наш путь. Вперед, победе! Вперед, победе! Верь немецким оккупантам! Верь немецким оккупантам! Мы проезжаем новые и новые деревни, от которых остались только названия, отлеющие головни. Ветрово, Петушки, Крутицы, Воробьино, Махотино, Косилово. Запомни, боец, название этих смоленских деревень и отомсти врагу за содеянное им. Лапин! Лапин, переключите рацию на меня! Переключите рацию на меня! Эстрада! Эстрада! Бегун! Бегун! Шквал! Шквал! Я в ром! Ром! Стать на опушке! Стать на опушке! Отразить атаку танков с места! Отразить атаку танков с места! Вперед! 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 Щербина! Щербина! Обходите противотанковый ров вправо! Обходите противотанковый ров вправо! Эстрада! Эстрада! Я гром! Я гром! Право танки! Право танки! Право танки! Бегун! Бегун! Я гром! Я гром! Слева отдельное дерево! Слева отдельное дерево! Батарея прицел подавить! Батарея прицел подавить! Огонь! Огонь! Здравствуй, дорогая мама! Брат Вася, Вера и Настя! Я жив, здоров! Нахожусь на передовых! Вернусь домой, будешь гордиться мною, мама! Даю тебе слово! Отъезжающих имеет старший сержант товарищ Павлов. Товарищ!
товарищи! Отправляюсь в действующую армию! Мы все как никогда уверены в окончательной победе над коварным врагом! В жестоких схватках мы перебили хребет немецко-фашистской армии! Сбились весь гитлеровских молодчиков, продолжаем гнать их на запад! Будем же упрять! Без промаха бить немецких фашистских захватчиков, пока не освободим нашу советскую землю от гитлеровских мерзавцев. Ура! Ура! Еще продолжается, еще не взят Берлин, еще будут жертвы. И не все те голоса, которые вы слышали сейчас в звуках этого уходящего эшелона, останутся живыми голосами. Вы 5 минут, всего только 5 минут слушаете войну, которая продолжалась 4 года.